Приветствую вас, друзья. Продолжается у нас партия за Пермь. Но сперва хочу вам посоветовать заглянуть на канал Крайдена. В планах автора проходить как серьезные стратегии типа Европы и Hearts of Iron, так и игры более легкого характера. Заходи и подписывайся, ведь здесь игры оживают. Итак, идет у нас война за независимость, в которой мы на данный момент побеждаем. Имеем 47%. Московские армии пока что заняты подавлением восстания в Южном Урале. Тут восстали башкиры и ногайские сепаратисты. Наши союзники тем временем ведут осады на западе московской державы. Наши войска пока что соединились и направляются в северную часть московского княжества, где будем просто оккупировать свободные территории, которые мы, кстати, по мирному договору и будем брать, чтобы выйти на север и получить доступ к Белому морю, а также чтобы наши торговцы смогли перенаправлять торговлю с Новгорода, чтобы им здесь хватило дистанции. Происходит неприятный ивент на эпидемию лихорадки в столице. Мы попробуем дать денег на это дело, чтобы наши врачи попробовали это все восстановить. Как альтернатива можно потерять стабильность, либо 100 дипломатических очков, но это мы делать не будем. Но придется взять еще один займ. Война протекает пока что без особых боев. Поляки взяли Казань, литовцы берут Урал. Мы тем временем осаждаем столицу Белого озера и также захватили всю северную часть Московии. Остается ждать, пока не капнет 100% военного счета. Предлагают нам сразу стабильность поднять. Мы это, конечно же, сделаем за 5 авторитета. Но сначала поднимем вот так вот, хотя бы до единички. Потом возьмем вот так, получим двоечку. И можно будет отправить даже миссионера, когда немножко патриарх авторитет свой поднимет. Ну, либо потом найдем здесь инквизитора. Итак, мы получаем почти соточку, но я ждать пока не буду, потому что вот тут они могут отбить территории. Конечно, было бы очень хорошо разбить им армию полностью, но это достаточно долго будет длиться. А нам нужно идти дальше в колонии, развиваться, расти вверх и вверх и вверх. Поэтому подписываем вот такой вот мирный договор. Вот тут оно, блин, постоянно слетает. Пробочка одна. Рассказываю, показываю. Они выплатят нам репарации. 15 лет будет платить, считайте, это достаточно большая крупная сумма получится. Независимость они нам дают. Затем вот эту вот провинцию мы вернем ногайцам. Возможно, я с ними заключу союз и попрошу у них карты вот этих вот регионов Центральной Азии. Златоуст мы берем, потому что там есть золото. Эти две провинции мы берем, потому что там есть наша уральская культура. Вот это даже национальная сразу будет провинция. Тут повстанцы действовали. Видимо, это они там повесили корку. Хотя, может, она там и висела. Точно не знаю. На севере берем новгородские провинции. Тут новгородская культура, поэтому ее придется принимать. Она из другой культурной группы. Наша культурная группа, она, короче, вот здесь находится. Небольшая, одна из маленьких. Вот, и плюс еще Белое озеро мы освободим. Ну, потому что Москва, она его сразу начнет присоединять, когда слетит вот это присоединение нас. Так что пусть она немножко тут пободается, а может и мы захватим. Посмотрим, как тут будет по перемирию, как оно слетит. Но, скорее всего, Москва его завассалит опять просто мирным путем. Ну, все равно это немножко даст времени для нас. Хорошо, деньги тут напрямую брать не будем, потому что у нас малый военный счет, тут в основном Польша все получит, так что это бессмысленно, возьмем репарации. Ну и торговое влияние, да, было бы очень прекрасно его взять, или перенаправление торговли, но это очень дорого, все стоит, мы деньги и так заработаем, не проблема, не проблема. Главное, чтобы мы дотянулись до Новгорода. Так что отправляем предложение, Москва, естественно, соглашается, союз с Польшей у нас сохранился. Давайте посмотрим по ногайцам. Ну, почти, да, не согласны. Нужно только улучшить отношения, добить, и все будет у нас хорошо. Соперники можем кинуть пока только узбеков. Давайте возьмем. Но тут что неприятно, то что и у узбеков, и у ногайцев союзники одни и те же. Большая Орда и Чагатай. Афганистан тут еще есть. Ну, то есть тут достаточно сложно было бы на них идти. Разве что айратов как-то пытаться. Но это тоже сложно. У нас большие расстояния между границами. Разве что колонится сюда. И тогда они согласятся. Так, Новгород тут нужно подождать, чтобы прочитались новые дистанции. Хотя, скорее всего, надо сначала национализировать, потом она у нас будет доступна. Так что начнем давайте с этих территорий. Нет, все-таки мы не сможем с ногайцами заключить союз. Они враждебно относятся к нам. Не знаю почему. Видимо, хотят наши территории. Ну да, вот это одна провинция, которую мы взяли. Тут висит их национальная. Поэтому они вот так плохо и относятся к нам. Но здесь золото. И мы получаем, конечно, копейки с этого золота. Надо развивать его. Автономию дропать. Мы, кстати, можем карты похитить у Москвы. И у нас есть 6 монет прибыли. Если армию не финансировать, 7 монет. Хорошо, отправляем следующего колониста.
тут соточка туземцев, так что мы их вырежем и даже не будем тут армию держать. Казань, тут также есть такая неплохая цель, я бы вам сказал, потому что у нее есть очень много национальных территорий, и можно было бы использовать в качестве нашей марионетки или вассала. Но надо ее отбивать от нагайцев, что нам пока что, я думаю, недоступно. Ну и давайте будем начинать прокачивать торговые идеи. Возьмем сначала глобальное торговое влияние, плюс 20%. 2.17 сейчас, 2.33. Ну, это нужно подождать, чтобы ушло сверхрасширение, и тогда будет еще больше. 500-й год у нас на календаре. Мы национализировали здесь территории на севере и можем уже дотянуться до Новгородского узла и даже до Астраханского. Очень хорошо. Выбираем новую миссию. Горожане предлагают накопить почти 500 монет, но мы не будем копить. Деньги надо тратить, а не держать. 3 союзника нам предлагают, при этом дадут депрепутацию. Ну, депрепутация нужна, чтобы эти союзы заключать. У нас есть 2. Польша и Газикумух. Но третьего, я думаю, тоже можно взять. Я вот попросил у Газикумухов территорию карты на Трансоксанию. Мы открыли. И они являются тоже соперниками и узбеков, и нагайцев. Правда, у них нет отношения относительно нас, потому что они нас не знают. Но тут возможно это что-то будет придумать. Либо Белоозеру приложить союз, а потом сразу его расторгнуть, и выполнится эта миссия. Неплохо. Либо в Коме построить церковь, и там дадут еще базовый налог. Ну, вот эта миссия мне больше всего нравится. Она, конечно, непростая, но она даст прибыль. Так что давайте возьмем лучше вот это на священников. Сразу заберем территории наших сословий. Было уже у нас 2 восстания. Новгородское мы подавили. Вот тут один полк отбивал эти территории. И вот здесь башкиры восстали в золотоносной территории. Но мы их разбили. Вот так, 3000 туда отправим. Тут 7000 точно от обороны разобьют их. У нас есть возможность взять еще одного купца. Давайте мы возьмем. И давайте посмотрим по деньгам. 2,7 сейчас. Перенаправим торговое влияние из Казани. Перенаправим из Новгорода. А также перенаправим из Астрахани. Подождем месяц и посмотрим, сколько будет прибыли. 3,3. Нормально. Лучше, чем было, да? Не особо, но лучше. Но будет еще лучше, когда мы откроем полностью вот эту ветку. Эффективность вот тут есть 10. Еще один купец вместе с торговой дистанцией плюс 25. Я думаю, мы сможем даже из Сибири или из Киева перенаправлять. Перенаправление 25%. Это для нас тоже очень хорошо. Сила караванов вот в Казани, Астрахани, Киев, Сибирь. Это все сухопутные такие торговые узлы, где нету кораблей. Там оно будет хорошо влиять. И еще одного купца нам дадут. Плюс у нас станет доступна политика на эффективность торговли 10%. И перенаправление еще 20% вместе с экспансией. В Москве тем временем дела плохи. Ну, во-первых, тут им 2000 пушек разобьют, потому что они отсюда не могут взять ни у кого проходы войск. Все их ненавидят. Ну и плюс Дания напала тоже на Москву. Открывается возможность принять новую административную реформу. Но наш выбор будет меритократический набор, потому что тут есть стоимость советников. Советники мы постоянно используем. Можно взять на минус стоимость генерала, либо одну бесплатную админ-политику. До бесплатной админ-политики нам еще очень далеко, чтобы их было 2 сразу. А вот советники мы используем прямо сейчас. Причем 3 штуки. 8.14, 8.66. Полмонетки сэкономили. Разбили московских повстанцев. Также появился уже колониализм, такой институт. Пока он у нас не развивается, я так понимаю, вообще нигде. Так что нужно будет прокачивать провинции. Завершилась война скандинавской коалиции, назовем их так, против Москвы. А как видим, Дания взяла себе выход аж в сторону Ладоги. Эх, нам бы хотелось, конечно, взять Новгород в следующей войне. Ну и тут повыделяли они несколько маленьких держав. Тверь, Ярославль и Адоев. На Адоев сразу пошла Польша, но у Адоева был союз с Москвой. Поэтому Польша-Литва теперь воюет еще и против Москвы и Ярославля. Но Москва, она сильно побитая. Как видите, у них повстанцы в столице. Вот тут еще 14 тысяч крестьян. Для нас это, наверное, хорошо, что их так бьют постоянно. Потом будем пробовать и сами их бить. В 508 году Польша призывает нас на войну против Твери, она тут вообще разошлась, взяла себе здесь 3-4 провинции, тут еще возьмет, выставила большие достаточно желания на вот эти вот все территории. Короче, Польша пошла на восток, там придется как-то ее останавливать, что ли. Ну, это предложение придется принять, ну а что поделать. Конечно, хотелось сам напасть в 512 году против этих двух стран, тут еще Белоозеро, союзник Твери, но придется вот так согласиться. Восстание башкиров, ну это
они пошли вроде как со стороны Московии. Тут уже была возможность, чтобы Башкирстан вот этот появился, но дело в том, что тут пришли войска Ярославля, который был союзником Москвы, которая взяла приход через Казань, и они тут все поотбивали. Так что вот еще раз будем ждать, пока, может, на этот раз будет выделена здесь новая страна. Ну а тем временем направляемся в бой. Ловим войска Белого озера, но тут подходит уже Тверская армия, но я думаю, мы их разобьем. Мы тут, как видите, не получаем штрафа, потому что у нас есть бонусы за сражение на столичной местности. Так, мы их разбили. 5 против 6 тысяч. Ну, он будет атаковать, плюс у нас будет бонус. Я думаю, стоит постоять, подождать. Еще и пополнимся. Но он идет не на нас, так даже лучше. Ну, вот так попробуем уничтожить войска Белого озера. Ну, вряд ли мы тут получим много территорий. Максимум, я думаю, одну поляки отдадут. Это не факт. Да, повстанцев тут подавляют. Ну, значит, отправим тысячку, чтобы опять забрать эту нашу золотоносную шахту. Никак не получается здесь сделать еще одну страну. Ага, поляки там добили. А, ну, ладно, мы тут станем в осаду. Вот и все, война закончилась. Поляки взяли себе просто одну провинцию, на которую претендовали, нам вообще ничего не дали. Даже не успели тут осадить. 32 дуката получили и двоечку престижа. Но зато 42 склотности, серьезно. 44, круто. Ну, значит, позовем поляков в следующую войну против Москвы, либо даже против нагайцев. А ну-ка посмотрим сейчас. Вот они, кстати, завершили войну против Московии. Ну, не так уж и много они тут взяли. А хотя нет, я ошибаюсь, это нагайцы еще продолжают, это Большая Орда завершила. И они, получается, вообще ничего не взяли, что... Хотя нет, тут, наверное, были их территории. Но я тут так не схожу сходу. Зато к нам пришли казанские сепаратисты. Вот отсюда с Казани. Ну, наверное, придется их уничтожить. Хотя у Казани вот сюда еще есть территория. Они могут уйти. Но не хочется, чтобы они тут автономию поднимали. Вообще, миссионера заблочили на 99,9. Серьезно? Блин, вот это засада. Ну, значит, придется убивать. Но поляки согласны идти на нагайцев. И у нас даже будет больше войск. Значительно больше. Ну, если честно, что-то как-то на нагайцев не хочется идти. Тут много территорий с сунизмом. Их тяжело перекрещивать, они штраф дают. Я вот тут еле-еле Пермь перекрестил. Нашел советника на деятельность миссионеров. Плюс авторитет патриарха за счет этого всего получилось так сделать. Пермь, кстати, буду прокачивать на колониализм. Нужно тут побольше ее раскачать. У нас 517 год, да, очень много времени прошло, должны были воевать против Москвы еще в 12 году, но не было такой возможности. Ну, то, чтобы возможность была, правда, союзники. Да и сейчас никто не поддерживает, с Тверью еще заключил, но у них там перемирие, Гази-Кумух воюет в какой-то другой войне, их позвали османы против мамлюков, и они, короче, туда ускакали. Можно было бы и тут где-то повоевать, но, опять-таки, поляков займы, они не хотят воевать. Не, ну можно там прокачать их доверие, но такое, ладно. Москва никак не может разобраться со своими повстанцами, и сейчас вот у нее 17 тысяч. Недавно был бой за Москву, эти повстанцы взяли, ну, хотя это претенденты, они могут взять власть и уйти вообще отсюда. Есть еще крестьяне. Ну, мы попробуем это сделать, раз у них войск сейчас мало, еще есть на наемниках, они там сидят, мало рекрутов, а у нас все нормально. 24 тысячи, уперлись в лимит, там 5 тысяч у нас артиллерии есть, то есть она должна брать города быстро. Попробуем это сделать. Может, Белое озеро вообще выбьем белым миром, если сможем поймать вот эти 5000. Так что давайте будем начинать. Будем воевать за Олонец. Мы его по-любому будем брать. Хочу успеть встать на Новгород, пока Дания не объявила следующую войну. У них в октябре заканчивается эта война. Перемирие, вернее. Ладно, будь что будет. Надеюсь, потянем. Поставил крепость еще у нас в столице. То есть теперь не так будет просто взять. Ну что, эти стоят. Вот единственное то, что у нас есть проблема с генералами. И проблема в том, что у Москвы 9-й военотех, у нас 8-й, а на 9-м идут новые типы войск и уровень тактики. Вот у Белого озера тоже такой же вариант. Я немного вкладывал очки, надо было все-таки их копить. Так, этих мы прихлопнули быстренько. Посмотрим на минус 7. Ага. Ну, до октября мы еще пока можем здесь, да, стоять. Часть войск давайте уберем, отправим куда-то сюда. Не думаю, что Москва сейчас сюда подтянется. Основа колония в провинции Сургут, Ас тут заколонили. Сюда нам выпал ивент на 200 поселенцев, пока вот здесь еще был колонист. Я его взял, вот оно раскачалось нормально. Единственное то, что нам не особо везет с товарами, но в основном попадается снасти. Тут снасти, тут железо, тут снасти, снасти, снасти. И тут тоже снасти. Меха, золото, железо вот только два раза попало и все. Немного обидно.
Завершается осада Белого озера. Давайте посмотрим. Да, они согласны. А можно, кстати, было бы их даже вассалить в этой войне. Но, наверное, все-таки не стоит этого делать. Им давайте с Тверью разорву союз, чтобы их тут никто не трогал. И потом через сколько там, 6 лет или сколько, кинется перемирие, и мы на них нападем затем. То просто вот так мы их выбиваем. А, ну, теперь надо вести наши войска на сам город Новгород. А Польша тем временем на Данию пошла. Значит, мы зря спешили. Можно было немного подождать. Ну ладно, ничего страшного. Осаждаем Новгород. Тратить 50-ку или не тратить, наверное, пока не будем. Попробуем пособирать военные очки, которых у нас очень мало, к сожалению. Еще и боевых советников нету. Давайте будем пробовать их немного прогонять. Деньги есть. Все-таки надо хоть немного улучшить наше положение войск. Ух ты, нам очень везет, на низких процентах берем Новгород за 176 дней. Но Москва пока что занимается нашими территориями, не отвлекаются они на своих повстанцев. Тверь, к сожалению, присоединиться к нашей войне не хочет, у них хорошие отношения относительно Москвы. Ну, конечно, кто бы сомневался. А пока я, наверное, отойду с этих территорий и буду пробовать защищать свою территорию, отбивать ее у врага, пока он действует вот так разрозненно. И у Москвы сразу завершается крестьянская война. Ну, супер, повезло. И у них уже 40 тысяч. Они наняли до лимита, но, правда, нету рекрутов. Ну, либо это опять пошли стрельцы. Подловили часть московских войск, правда там и генерал лучше, троечка, но их меньше. Ну что-то как-то еле-еле мы тут сражаемся, хотя боевой дух и дисциплина у нас будет лучше. Победа победой, но какой ценой? Почти 7 тысяч против вражеских 3,5. И Назарий, блин, предатель. Да, с такими боями нас надолго не хватит. Попробуем еще раз атаковать, на этот раз у врага должна быть штраф за то, что они вот здесь в лесах будут нас контратаковать, правда у нас тут войска не пополнены, но если еще ждать, то они могут отбить у нас Новгород. И давайте все-таки поставлю икону на дисциплину и на рекрутов. Отлично, вот это мне нравится намного больше. 16% у нас есть военный счет. Я тут смотрю, не хотят ли они белого мира случайно. А то с такими раскладами, не знаю, как нам тут побеждать. Ух, они тут 14 тысяч чуть не подвели. Да, ну отходим, пополняемся, попробуем еще раз атаковать. Отправляем наши войска в очередную атаку на Новгород. У них тут неудачный был прогресс осады, потеряли 700 человек. Ну и плюс вот здесь наступаем еще и мы. Заметьте, с нами сражается постоянно один и тот же генерал, Назарий Багратион. Так, расклады идут хорошо. У них подупал боевой дух, престиж отрицательный. Эх, еще бы тактику нам подтянуть, было бы вообще офигенно. Вот дисциплина действительно решает. Потери у них больше, но не особо. Ой, блин, тут наш Степан сражался. Я просто его поставил с хорошей маневренностью. Тут наши подходили с тыла. Попробовал взять наш как правителя и наследника, знаете, поставить генералами. Ну что тот, нулевые. Ну ладно. Не, в принципе, неплохая вот эта тактика. 24 тысячи сейчас у них. Мы, если что, можем еще наемников себе взять. Правда, дворяне вот скоро восстанут. Сделали небольшой выпад на вражескую территорию. 4 провинции взяли под свой контроль. И Москва опять разделила свои армии. 7 тысяч пошли на Новгород. Мы попробуем вот так вот его через Белое озеро догнать. Также у нас восстали 8 тысяч дворян. Ну хотя бы не буду давать тут в Москве действовать просто себе так. Будет немножко нас защищать. Во всем надо искать плюсы. Поймали 7 тысяч московских в Новгороде. Подходят наши войска с двух направлений. Атакуют. Вернее, они нас атакуют. Командует опять Степан. О, вообще прекрасно. Полностью уничтожили. Ну, теперь мы более-менее сравнялись. Правда, у нас нету рекрутов. Намечается еще одно сражение. На этот раз в Белом озере, возле их столицы. Мы тут тоже должны, по идее, получить хотя бы без штрафа это сражение, да. Ну и наши войска побеждают московскую армию с хорошим результатом. Итого у нас 45% есть. Смотрите, они вот так вот уже отдают. Я бы хотел еще репарации взять, и мне бы этого хватило, в принципе. Ведем ковровую осаду свободных территорий. Москва вообще увела свои войска. Но можно было бы еще, конечно, посражаться. Но нету рекрутов. То есть один бой и все. У них, правда, такая же ситуация. Плюс нам еще повстанцев надо подавить. Я, наверное, больше не буду. Возьму вот тут, что смогу, чтобы не сражаться так. И будем подписывать мир. Тут еще хороший у нас ивент происходит по 40 очков.
Слушайте, я вот попробовал встать на Москву, а тут, в принципе, можно ее даже взять. Брешь была пробита сама нашими войсками. У нас есть артиллерия в достаточных количествах. Ну и они точно быстрее нас не возьмут никакие нам крепости. Что давайте еще возьмем. Может, еще торговое влияние будем перенаправлять себе. Так, мы взяли Москву, очень хорошие новости, но враг при этом отбил Олонец, это цель войны, поэтому нам нужно еще его взять, и при этом, чтобы они не взяли Новгород. Ух ты, блин. Хотя Новгород это не цель войны, тут за Москву по-любому мы больше получаем, это столица как-никак. Ну сейчас, все будет хорошо, я думаю. Вот, плюс 2000 им уничтожим. Да, можно теперь взять военную технологию, но сейчас она нам не нужна абсолютно. Так, давай, давай, Степан, командуй быстрее, чтобы взяли. Правда, на нуле вроде как нельзя брать или нет. Ну, они не взяли, а мы, оп, есть, 76%, все. А может еще напасть, а? 18 на 12. Ну нет, тут сейчас они могут отбить, не хочу рисковать, берем то, что можем. Ну, давайте сделаем еще унижение. А тут она нам сколько даст? На 53 DPS увеличим, то есть будем получать еще по единичке к нашим очкам монарха. И плюс 136 монет. Все, больше они нам ничего не отдают. Ну, я думаю, что результат очень хороший при таких раскладах, что у них настолько больше войск было, но они очень сильно тупили. Разделяли свои армии, одна в одном конце, другая в другом. Вот и поплатились за это. Ну, теперь поехали убивать повстанцев и будем дальше сидеть и ждать. Ну, на этом давайте в этой серии будем заканчивать. Взяли мы независимость и еще раз унизили Москву. В следующей серии давайте будем пробовать воевать уже против кочевых орд, нагайцев, узбеков. Так что на этом прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Всем пока.